Всем привет, дорогие друзья! Это Новый Свет, меня зовут Виталий. Это Крым, друзья. Разгар сезона. Посмотрите, даже собаки плавают здесь. Вот. Это Новый Свет. Мы сейчас прогуляемся по набережной. Посмотрим, что там происходит. Быстренько. Какой вот новостной выпуск будет. У нас будет с набережной этого поселка замечательного. Ставьте лайки обязательно. Не забывайте о лайках. И подписывайтесь. Кто еще не подписался, обязательно внизу кнопочка будет подписаться. Подписывайтесь. Ну, друзья, а мы начинаем наш поход. Посмотрите, какая водичка. Чистая, чистейшая просто. Обалдеть. Вот это да. Вот это да. Ну, это что-то из грани фантастики. Фантастика, вода. Тут какой-то корабль причалил. Он на Ялту ходит, кстати говоря. Петр Чайковский, вот этот корабль из Судака. Он причаливает здесь в Новом Свете. А, иногда у них такие есть маршруты. Они приплывают сюда, гуляют по набережной, по... ну, короче, такие маршруты разные. А потом он их забирает. Ну да ладно. Сейчас очень много людей на пляже, потому что очень жарко. Друзья, очень жарко. Вот, жара просто неимоверная. 40 градусов, наверное. Вот. И вода тоже уже еще больше потеплела. Там уже до 25 уже, наверное. Вот, люди уже просто не вылазят с этой воды и делают там, что хотят. Вот, уже там сами подогревают эту воду естественным путем. Вот, так что все происходит как надо. Вот, так сказать, уринотерапия некая такая получается. Ну ничего страшного, там оно все растворяется, не переживайте там за это все. Давайте глянем здесь. Сколько людей. Ну вот, пляж. Ну, на пляже меньше, чем в воде. В воде очень много людей здесь. Посмотрите, просто обалдеть можно. Обалдеть. Просто люди не вылазят, наверное, с этого. Они даже вон стоят на этой воде, посмотрите. Они даже вон вроде как у них подстилки здесь есть, но они просто стоят в воде, как вкопанные тут, как 33 богатыря, посмотрите. Выходят из моря, как жар горя, так сказать. Вот. Девушка нам позирует, смотрит он на нас. Вот. Обалдеть можно. Просто не знаю. Если я залезу в эту воду, я точно оттуда не вылезу, потому что очень жарко. Но мне нужно снимать, друзья, для вас видео, поэтому я буду терпеть. Я буду терпеть все ради вас. Вот. Так что мы будем все-таки это дело снимать, как оно есть, по натуре. По натуре. Вот, вы посмотрите, что здесь происходит. Тут люди просто не вылазят с этой воды. Они там, по-моему, не знаю, жить останутся на все лето. Это вам не шутки. Это вам уже жара такая, что у меня уже голова начинает кружиться, честно говоря. Я уже всякую... Вот парень тоже, видимо, ударило в голову. Вот с кругом ходит посередине суши и ходит с кругом наперевес на талии, так сказать. Ходит и радуется жизни. Вот. Смотрите, вот, что здесь происходит. Вот, тут даже под зонтиками никого нету, хотя вещи лежат. Вот под этими зонтиками вон вещи лежат, а все равно пошли
поползли в воду, как крабы. Крабы тоже не любят сильную жару. Вот они только ночью выползают, когда прохладно, на камешке, так сказать, погреться, ну, чтобы не сильно жарко было. Вот. И вот люди тоже, как крабы, поползли в эту воду. Вот они все купаются, загораются. Ну, молодцы, я бы тоже сейчас пошел туда. Но не получается, мне надо снимать видео, друзья. Вот я какой герой Кубани. Вернее, не Кубани, Кубань-то это сосед крымский. Я герой Крыма, получается. Вот он я. Снимаю для вас видео. Тут какие-то грибки понавезли зачем-то. Я, кстати, с утра видел, что они здесь сгружали эти все грибки. Будут грибки здесь строить, будут грибы, грибной будет пляж такой у нас. Будет грибной пляж. Вот. Они решили здесь грибницу устроить. Вот они какие все грибники у нас. Вот. Давайте еще глянем дальше, что у нас тут происходит. Тут еще вот не успели, наверное, открыть кафе-бар, видите. Не успели, просто люди, очень жарко им стало, они сразу пошли в море купаться. Вот они. Это уже недели две, наверное, стоят. Они не могут вылезти из воды. Просто им очень жарко, наверное. И вот эти присоединились ко всем отдыхающим и там давай не вылазить из воды. Вот. Нет бы открывать бар, они там купаются. Вот там грибники тоже, наверное, привезли грибов и тоже полезли. Создают толпу, подогревают воду и так далее. Вот они так делают. Грибники эти. Вот. Очень жарко. Посмотрите, людей в воде больше, чем на суше. В воде людей реально больше, чем на суше. Они просто решили там оккупировать эту воду, это море, и сделать из Черного моря желтое. Ну, они не все, конечно, но... Может быть, и никто-то и не решил. Может быть, просто по неволе так получается. Может, они не решали этого заранее. Это все произошло естественным путем. Но мы их не осуждаем, мы такие же. Так что это нормально. Это нормально, друзья. Все хорошо. Посмотрите, сколько людей. Они пришли загорать сюда. Они пришли делать себе загар. Делать загар. Посмотрите. Вот так ломает даже зонтик. Вот она не хочет его отпускать. Этот зонтик, вот видите, вот внизу зеленый зонтик ломается просто. Но она не хочет под солнце, она держит его и вот не отпущу и все. Не хочу я солнце. А вот побежала. Оп, за вторым зонтиком. Опа. И этот мне надо тоже, зонтик. Вот такая драматургия разворачивается у нас на глазах. Вот, сложила зонтик и второй себе. Смотрите, второй. Вот какая мадемуазель попалась. Второй зонтик, вот она. Говорит, не надо мне один зонтик, мне надо два зонтика, потому что жара меня уже заколебала.
Вот как бы она так невербально нам сообщила об этом своим вторым раскрытым зонтиком. Ох, какая, друзья, красота. Посмотрите. Посмотрите, сколько народу. Я даже моря не вижу из-за количества людей. Вот, это море вошло в людей, а не люди вошли в море. То есть это совсем другой колорит происходит у нас на глазах. Вот. Вот оно. Такое вот происходит. Так что, друзья, вот так вот. Вот такие вот новости крымские, видите? Море просто. А если я туда еще зайду, это будет еще на одну замечательную персону больше. Вот. Так что вот такие вот вещи творятся у нас в Крыму и непосредственно в Новом Свете. Вот вам как рассказал, как вы как считаете, рассказ хороший получился? Если да, можете написать что-нибудь в комментариях. Вот. И рассказать свое видение на данную ситуацию. Вот как-то так. Пока.